Привет, друзья, зрители канала «Фактор здоровья». Пришла мне вот такая посылка. В ней импульсный запаиватель пакетов. Сейчас с вами вместе откроем и попробуем его на деле. Как он запаивает вот такие пакеты. В предыдущих видео я показывал, что упаковываю микрозелень свою вот в такие перфорированные пакеты. Теперь настало время их запаивать, чтобы удобно было транспортировать и чтобы на витрине они достойно стояли. Ну, давайте откроем, посмотрим, что там за аппарат. Так, вот такой синенький аппарат. Так, это инструкция. Инструкция вся на английском, на русском нет. Придется разбираться по ходу дела так. И здесь запасные расходные материалы. Я думаю, они пригодятся. Одна, две. И три запасные ленты. Ну, это хорошо, все. Больше в коробке нет ничего. Так, вот такой не сильно мудреный аппарат. Главное, чтобы он хорошо работал и достойно показал себя в деле. Я так полагаю, запаиваться он должен вот таким образом. Укладываться пакет и оп, нажиматься. На первый взгляд ничего мудреного. Ну, посмотрим, как это будет происходить фактически. Сейчас покажу зелень, которую буду упаковывать, которая пойдет на прилавки магазинов. Выросла моя очередная партия микрозелени, которая сейчас прямо на корню отправится на полки магазина. Упакую пакеты запайщиком новым. Давайте посмотрим, что у меня пойдет в магазины. Это всем известный подсолнечник. Сочные ростки. Сейчас еще маленько сверху шелуху уберу, а так все нормально, готово на продажу. Это редис. Это микрозелень горчицы красной, Red Frille. Я думаю, неплохо смотрится, и на полке в магазине будет тоже неплохо смотреться. Это микрозелень брокколи калабрезе. Вот такая красавица. Сочная, хрустящая, ароматная зелень. Это микрозелень капусты тацой. Ну вот, хорошо смотрится, пышно, ровно и красиво. Займет свое достойное место на полочке. Долго на полочке не простоит, сразу же ее с удовольствием купят. Это всем известный кресс-салат. Незаменимая зелень в любом блюде. Я думаю, прекрасно смотрится. И очень даже
привлекательная. Ну и это всем известная микрозелень руккола. Она чуть пониже, но она всегда такая. Она сильно высоко не растет. Поэтому уже готовая. Еще чуть-чуть подрастет, конечно. Но уже готова к выдаче. Вот такая красавица. Ну, а горошку еще надо будет, конечно, подрасти дней 5. И тоже будет готов к выдаче. Ну все, пора идти упаковывать. Отобрал я для эксперимента первую зелень для запаивания. 3 бокса. Сейчас буду пробовать. Пакет у меня, напомню, 30 на 30 сантиметров, толщина его 25 микрон. А вот этот запаиватель, он мощностью 400 ватт. Нигде не нашел в технических характеристиках и в паспорте, насколько нужно устанавливать терморегулятор в зависимости от толщины пакета. Придется настраивать опытным путем. Для начала установлю на 4. Ну что, пробуем. Сначала включу его в розетку. Ничего не произошло, ничего не загорело. Ну, также установлю на 4. Вероятно всего при нажатии будет резкий нагрев. Загорится лампочка и потом отключится. Давайте сначала помещу зелень в пакет. Начну с самой низкой. Это у меня руккола. Полезай руккола в пакет. Сейчас я тебя буду запаковывать. В идеале нужно установить на стену этот запаиватель, подносить и нажимать. Но сначала проэкспериментирую, а потом я его действительно сделаю к стене. Помещаю пакет на ленту. Ну что, пробую нажать. Вроде ровно. Давайте нажимаю. Оп, загорелось и тут же выключилось. Смотрим. О, мощно запаялось. А, нет, вот чуть-чуть разрывается. В принципе, мощно. Да, наверное, надо на 5 поставить или даже на 6. Поставлю-ка я на 6. Не знаю, второй раз можно запаивать или нет, но попробую повторно еще раз пройтись по нему. Ну вот, наверное, сейчас-то на 6 будет надежно. Во! Все. Опытным путем определил, что на 6 самое то. Следующий сейчас пакет запакую. А мне понравилось так упаковывать. Это у меня калабрезе. Запрыгивай в пакет. Колобрезе. Оп, все. Размещаю в запаиватель.
Нажимаю. Готово. Пакет запаялся. Осталось только сюда логотип, наклейку, что за микрозелень, расписать полезные свойства, состав микроэлементов, витаминов, пищевую ценность, и все будет замечательно. И последний у нас это тацой. Тацой помещаем в пакет. Да, если бы вертикально бы он стоял бы на стене, то можно было бы вот так просто прислонить, зажать, и все было бы готово. А так приходится гнуть пакет. И если зелень будет высокой, например, горошек или подсолнушек, то так уже будет сложно запаять. Поэтому надо будет к стене обязательно его прикрепить. Все выровнял, ровно нажимаю. Готово. Прекрасно. Вот три пакета у меня готовы к отправке. Сейчас оставшуюся зелень упакую и начну развозить по торговым точкам. А на этом все, друзья. Не забывайте подписаться на канал Фактор Здоровья. Здесь вы узнаете много нового и интересного. Всем пока!